Мы собираемся быть здесь до тех пор, пока не будет заменено, значит, под подписку не выезд, и Юлию Владимировну отпустят с сезона Кянинска. Вообще мы тут не только за Юлию Владимировну, а за то, что вот попираются все демократические права. Сегодня абсолютно ясно, что в нашей стране пришла к власти диктатура. Поэтому вот нельзя сказать, что вот мы протестуем только за то, чтобы Юлию Владимировну как можно быстрее выпустили из тюрьмы, а в принципе против того, что свернуты все демократические начинания в нашей стране. И вы считаете это как? Это как сказать, это будет возможно без какой-то революции, без какой-то как сильные изменения, как политические ситуации? Ну, я считаю, что и вижу по настроениям людей, здесь представлены люди со всей Украины. И происходит постоянная ротация, то есть не так, что люди здесь постоянно находятся одни и те же. То есть каждый день кто-то уезжает, кто-то приезжает. И видим по настроению людей, что практически во всей Украине сейчас настроения такие, что практически дальше терпеть уже вот этот вот режим, другого слова, вот эти вот социальные несправедливости практически невозможно. Поэтому, если власть сегодня не одумается и не пойдет по пути, скажем, возврата к демократии, то, наверное, возможна и революция в Украине. Ну, вы понимаете, вот палаточный городок – это как вот форпост. То есть он не несет вот такие вот функции, чтобы как можно больше людей тут было и так дальше. Вот это есть источник, откуда мы считаем, вот будет как раз развиваться, во-первых, вот смотрите, здесь представлены более 10 партий. То есть не только партия «Батьковщина», а фактически все вот демократические партии, которые в оппозиции сегодня к власти, они представлены здесь. Что? Перечислить партии. Да, ну вот, например, мы визуально видим, это вот партия «Реформы и порядок», Украинская социал-демократичная партия, партия «Захисники Вітчизни», Народный рух Украины, «За Украину», это Кириленко, вот дальше, «Фронт змін» Арсения Яценюка, сама партия «Батьківщина», громадська позиція, это Гриценко. Вот, и еще Европейский выбор Катеринчука. Европейская партия Катеринчука. Это только что мне пришло. И вы считаете, что партии оппозиции, они остаются как вместе в солидарности, надолго сейчас, или это просто временно, чтобы Нет, я думаю, что вот эти события, которые касаются суда над Юлией Тимошенко, просто показали, что назад уже точка вот этого невозврата пройдена. И на сегодня вы в курсе дела, что создан комитет ОПРУ, так, и туда вошли 11 партий. И мы вот уже под эгидой вот этого комитета хотим 24 августа, в День независимости Украины, провести... Да, нет, это не завтра, 24-го. 24-го, в среду, провести митинг и провести ходу, и хотим показать, что как раз мы не просто выступаем, а мы выступаем одним фронтом, оппозиционным. И что, они ограничили ваше место здесь? Да, там вот нам правоохранительные органы вот в виде своих постов вот ограничили место, вот дальше там находится партия каких-то там ветеранов и так дальше. Ну, мы знаем, что это представлена партия регионов, калашников. То есть дальше идет их якобы там городок, но там палатки вот так не стоят и так далее. Там просто люди приходят, купленные за деньги, машут флагами и все. Ну, занимают какую-то территорию. Вот вы даже... Ну, у них в виде резервации это сделано, там пропускная система. А у нас, видите, вот свободный вход, выход, пожалуйста. Скажите мне ваше мнение, что символизирует Юлия Владимировна? Юлия Владимировна однозначно это лидер нации, это лидер украинской оппозиции. То есть мы видим, что сегодня, если украинцы хотят идти развиваться европейским демократическим путем, то есть один человек, который может сегодня вот возглавить вот это движение. И другого выбора нет? Нет, ну на настоящий момент вот так ситуация сложна, что она является сегодня лидером нации, лидером оппозиции. И что в этом процессе больше всего вас поражает?
или поразило? Ну, в этом процессе мне поражает просто, вот, знаете, беспредел, другого слова не назову, власти, по отношению вот к этому суду. Вот, ну, тут ничего общего просто с нормальным судом, там, европейским и другим нет. Все заранее продумано, судья заранее назначен, прокуроры говорят только, допустим, в одну сторону. Вот даже такой факт, что из заявленных 39 свидетелей от Юлии Владимировны был услышан и вызван только один свидетель. Все. О чем можно говорить? И что, как ваше мнение, Запад обращается к этому? Я считаю, что Запад пока вот присматривается. Да, есть заявление, мы видим, вот, как реагируют. Но хотелось бы, чтобы это было, вот, скажем, на более высоких уровнях. Так вот надо говорить. Но вот даже тот факт, смотрите, уже 5 дней Юлия Владимировна просит, дайте мне врача. Я хочу, чтобы меня смотрел врач, которому я доверяю. Пускай это будет в присутствии там, чиновника Министерства там, охраны здоровья. Но ей не дают. Но это же уже как? Это называется уже физическое уничтожение, понимаете? Объясните мне вкратце, как отличается. Ну, во-первых, вот на выборах 2010 года, вот это было все одинаковое, это чисто политехническая технология. То есть эта технология была сказана для народа, для того, чтобы вот за демократы, к сожалению, у нас были разорваны, это не была общая позиция, и эти голоса были вот распорошены, понимаете? Вот, поэтому это чисто технологический прием, что все одинаковые. Но не могут быть одинаковые, если одни политики говорят, что мы и декларируем демократические начинания, мы готовы идти на сближение с Европой, мы приемлем все, вот скажем, Евросоюз, мы приемлем, ну, я немножко волнуюсь, устройство европейское, экономическое, политическое. На сегодняшняя власть абсолютно абстрагируется отсюда. Вот на сегодня вы видите, что, ну, если в экономике взять, все идет в одни руки, абсолютно. То есть сегодня, например, тот же Фирташ стал в период кризы, кризиса на 5 раз богаче. То есть идет не конкуренция, не конкурентная, а все идет в одни руки. То есть 5-6 человек в Украине сегодня забирают всю экономику. Что сделаем с демократией? На сегодня даже на уровне села заставляют голову, значит, ну, сельского голову или там мэра города выходить с другой партии, вступать в партию региона. Если ты не будешь партией регионов, ты не будешь мэром. Мы сделаем все, чтобы ты не работал. И так дальше. Понимаете? Я понимаю. Но последний вопрос. Скажите мне, пожалуйста, у вас потихоньку планируется, как дальнейшие действия, вы слушаете, что это как это не решится положительно? Нет, вы знаете, наперед сегодня вот планировать, не зная результата, вот, хотя бы, допустим, сегодняшнего или ближайших судебных заседаний, тяжело. Поэтому мы будем уже смотреть, как будет приниматься решение, и дальше сами принимать уже решение. Вы будете сидеть, смотреть, ждать, мы не сидим, мы не сидим, не смотрим. Во-первых, мы активно, активно агитируем, мы поднимаем сейчас... Ну, здесь, понимаете, это, скажем, такое место, где сегодня хоть какой-то маленький островок вот, демократии, и вот мы боремся за них. Вот это как флаг, это, понимаете, как символ. Вот это раз. А мы не сидим, мы вот планируем сейчас, вот я вам сказал, приходите, смотрите, на 24 число мы хотим... Наша власть отказалась праздновать День независимости. Не просто, а юбилей, это же 20 лет. У нас раньше был это государственный праздник. На сегодня это все превращено в какие-то игры, там, я не знаю. То есть нет вот этого патриотизма, нет украинского. Этой власти этого не надо. А мы как раз оппозиция, в первую очередь партия «Батьковщина», хотим показать сегодня, что мы рады тому, что Украина независима. И мы хотим поддержать наш народ. И мы хотим дать еще веру, что обязательно Украина будет процветающей европейской страной. Все, спасибо вам большое, я очень как-то...